новый заказ со вчерашнего. Вот вечером они по объявлению позвонили по Авито, а оказалось, это надо к нам сюда в ДНП Кола. Вот. Сейчас сделаем здесь съезд. Делаем здесь съезд. И потом другой объект тоже будет. То есть, в принципе, люди каким-то опять чудом на меня вышли. Не знаю, каким. Время. Российское время. 11.4 единицы. Ну что, начнем. Надо здесь съезд сделать. Куда девать его? Так, а я не собираюсь, вот я убираю эту хуйню. Он не до конца снят, тут несколько пластов. Thank you.
возьми ковш, забери здесь это. Сейчас будем гидроизоляцию раскатывать. Первый раз такое. Встречаю. Как ты? Тут толком ты ничего не заберешь на самом деле. Работать с обретами. Понятие ковш, оно растяжимое. Сколько это ковш? Они такие простые, вот они нету ни трактора, у них ничего. Они начинают это вот сделай так, сделай сяк, блядь. Это ж тебе не лопата. Сделай так. Ты не так сказать просто сделать-то. Все криво, косо. Так сделаю, не знаю. Так ему это нормально? Нормально. Вообще первый раз какая-то неделя. Хотя бы сказал, какой толщины снять слой. И... Сними один ковш. Что это значит? Сними один ковш. Как это? Ладно, сейчас привезет. Посмотрим. Пробовать стол. Выдергивать. Тут когда-то была часть военная. О! Вытащился. Вот разматывать сейчас будут. Но вообще по правилам под плиту он нужен. Но не гей-текстиль, ну это типа целлофан какой-то. Гидроизоляция. Я смотрел схему этой шведской утепленной плиты. Там, да, типа какой-то целлофан стелится. После этого только производится насыпка материала. Подушка. Там размеряются. Я так понял, он мне звонил, там главный строитель. Ездит на таком рейнже. Понты, конечно, понты. Нет ни всего. Статуса на завести. Поставили этот нивелир, говорит, давай заезжай. А он сзади меня стоял. Ехал. Ну, не завалил я его, но колесом наехал на ногу, но она целая. Вроде штука эта подпятник, на которую ногу надо нажимать, и что-то там случилось. Не, вроде ничего не случилось. Короче, целый. Аллах Акбар, они вообще никогда не знают, что может трактор, что не может. Как ты можешь сделать тут ровно,
если у тебя колеса едут задние боком, то есть одно выше, одно ниже, как он тебе ровно разровняет? Он не может разровнять ровно, он же будет угол делать. Ладно, контрол вроде целый. И кто сказать, кто виноват, или хуйня, неизвестно. То есть они стоят, вату катают, стоят, смотрят, не видят, что я поеду назад. Им похуй. То есть вот он лопату оперся на нее и стоит, балдеет, смотрит на меня. Куда я еду? То есть типа, ну... видит, что я поеду назад, то есть они, ну, как бы они не понимают, что трактор поедет назад и будет вставать ровно, иначе ему никак вот так вот ровную часть не сделать. Поставили контроль и стоят, думают, как это возможно сделать, если трактору ехать некуда. Работать моего товарища, ну как бы товарища, приятеля, скажем так, знакомого. Здесь будет центр ямы. А? Здесь центр ямы. Вот здесь центр. Да. Все. Какая глубина? На ком? Еще раз, да? Чуть-чуть еще, да. Потому что она там обсыпалась в любом случае. Такой каркасный гараж строят. Вот
Там камень. Есть? Прям подо мной? Так? Поеду поем, время 2 часа. Этому товарищу выкопало сколько денег? Я говорю, 500 рублей. Не, говорит, возьми хотя бы косарь. Типа 500 это мало. Ну, давай, говорю, косарь. Вот. По ПГСу эти позвонили в Альвесте, говорят, сегодня крупный ПГС грузят. Только завтра у них будет мелкий ПГС. Поэтому как бы я сейчас решил... Поем, вернусь, уберу тот щебень, потому что поговорил с одними водителями, с другими, это бесполезно, он провалится. Короче, уберу щебень, там есть материалы, из материалов, которые там вывозили у Андрея. Камней слеплю, там съезд, сделаю все заебись, чтобы машины туда съезжали. Потому что это все, конечно, ерунда по щеблю. Потом, что с этим, с этой Вольвой делать? Ну, понятно, что если я буду там внутри стоять, я упрусь в него кузов, я его вынесу наверх. Ну, блин, поцарапается все, там можно фонари побить. Короче, лучше этого не делать. Лучше сделать сразу нормальный съезд. И все. А этот щебень потом нужен будет для нормальной работы, а не то, что херней заниматься. Испортить этот щебень на съезд. Ну, это просто материал убить и больше ничего. Ехать он съедет, но выехать как он запрессует этим щебнем. Вот убрал щебень. Сейчас камней положу там. Уже будет лучше, правильно? Вот так вот навалил камней. Сейчас делаю такую подушечку из них. Чтобы...
Thank you.
поездят, они сами все это дело за, как бы, за трамвуи. Спалить.
Его надо оттуда вытаскивать, потому что он в яму свою заваливается, в которой он лежал. И все, ты его не можешь поднять тогда. Его надо выкатить на дорогу. Тогда у нас есть шанс его утолкать. Такое. Сейчас траекторию поменяем. Траекторию трактора сменим движение. Я думаю, все будет very good. Убираем камни, делаем чуть-чуть дальше заезд и идем самосвалы с ПДСом. Совсем я не стал нормально. Главное его через эту безъемную яму перекатить. Дальше. Тенек в уголок положим. К елочке вот тут. Сейчас я его припаркую. По крайней мере, попробую припарковать. Попробую припарковать. Маловато для маневра трактора. Тут забор, террор. Было бы, конечно, если колеса поворачивались бы, ясное дело, веселее бы это все было. А так что получается. Так, надо 150 раз переезжать. Уже близки к успеху. Близок я к успеху. Так вот. Сейчас мы его объедем с другой стороны и запаркуем его вот туда вот. Тем его бровкам. Здесь он, по крайней мере, выезду не будет мешать. Потому что там он прям напротив ворот был, и он нафиг мешался. Не, ну, на крузаке они, Lexus у него, и какой-то Volkswagen новый. Ему-то, конечно, по лету, по барабану, но зимой, конечно, когда здесь будет все узко, тяжело будет даже на Lexus выезжать. Поэтому лучше сразу сделать для маневра пространство. Я со стороны не могу снимать, я, ну, не этот же, не профессиональный съемщик. Их надо. Короче.
короче, вот так вот. Как могу, так снимаю. Так я его парканул. Сейчас я объеду его с другой стороны и запихаю оттуда. Совсем удобно одной рукой работать, другой снимать как бы. Поэтому не везли тебя зипи или тимиловать. Ну, как есть, так есть. Мне так кажется. Может быть, конечно, я ошибаюсь, что большой и... Как большой? Ну, все относительно. Так, два камня он тяжеловато. Ну, взял бы, но тяжеловато два камня. Неудобно рулить. О, сейчас один. Победил. Вон я его туда бросил. Все хорошо и прекрасно. Сейчас буду проталкивать дальше щиты, не ждать машину, чтобы она туда вовнутрь высыпала. Нет. Ему посоветовал щебнем это сделать, если я не понимаю. Ну что, знает. Советовал это сделать. Я догоняю. Когда щебнем делать, это не делается никогда щебнем. Чем? Ну кто-то советовал делать. Подушка небольшая, щебня будет, она как бы дренажировалась. Но нам надо все равно сюда ПДС вонуть. Поворотом самый лучший вариант убирать щебень. Ну и вообще, как бы ты разравниваешь, лапами отжался, и за счет этого ты можешь делать горизонт как и надо. Стал боком на трассе, да, лапами отжался, и ты уже понимаешь, что как тебе еще надо. Ты можешь плыть. Ты можешь менять.
как нужно немножко отсюда гребем. Щебень здесь подправлю и жгу самосвалы. Сейчас у меня ушло. Идем. Так получился съезд. Здесь уклон немножко сюда. Все, остальное ПГС там выровняем, и нам надо вот туда возить между тех двух берез. То есть я сейчас сделаю проезд сначала для самосвалов, а потом они вот до сюда будут возить, а здесь я уже буду забирать и увозить. В принципе, все нормально. Ну, это нет смысла подрабатывать, потому что все равно сейчас ПГС приедет, он, я буду все это растаскивать еще ковшом. Здесь как бы как ограничитель будет, чтобы не сыпалось, не обсыпался ПГС. Ну, думаю, что все нормально будет. Посмотрим. Подправить всегда можно. И тут уклон на эту сторону, камень, поэтому надо, чтобы все было нормально, чтобы они не перевернулись, когда высыпать будут. То есть он будет вот так по прямой заезжать сюда и сюда проезжать. Так вот, ПГС 6 рублей машина Volvo FM. Там есть большие, но я их туда увезу, все равно они там нужны на подсыпку. Начинаем работать. Основное туда увезу, а остатками сделаю заезд. Так, посмотрим, как я здесь сейчас еще проезжать буду. Скажем так, хуёво проездом, блядь. Наверное, человеку скажу, что желательно ему удалить бы, конечно, одну единичку. Одну единицу надо удалить. Миллиметроны эти. На корни наезжаешь, деревья наклоняются. Горы катится, зараза.
быстро. Вот именно передача. Тут ветки поотламывал. Подбил немножко. Володин, он как бы проваливается. Ну, почти все перевез. Работаем без хозяина, заказчика. Примерно делать. Финишную, наверное, будем поменьше ПДС. Такой становой. Thank you.